Андре Терштеген сегодня в воротах. Усман Дембеле будет играть с Депаем на флангах полузащиты. И в нападении с первых минут играет Пьер-Эмерик Абумия. Перед нами состав Севильи. Есин Буну занял сегодня место в воротах. Ракитич с первых минут играет с Хуаном Морено в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Антони Марсьян. Севилья довольно хорошо должна быть знакома нашим соотечественникам, да? Да, Ренат Досаев подыграл, ну и, конечно, не будем забывать о Александре Киржакове. Ну и благодаря поездке Эмери в московский «Спартак» клуб приобрел у нас серьезную известность. Напомнила о себе, кстати, севильская команда не так давно в Лиге чемпионов в 2017 году. Она ведь была соперником московского «Спартака». И красно-белые одержали яркую и убедительную победу со счетом 5-1. Корона. 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 Хордан. Хесус Корона с мячом. Хесус Корона. Марсиаль. Хесус Корона. Педри Лопес с мячом. Бускетс. Жорди Альба. Серхио Бускетс. Севилья довольно хорошо должна быть знакома нашим соотечественникам, да? Да, Ренат Досаев подыграл. Ну и, конечно, не будем забывать о Александре Киржакове. Ну и благодаря поездке...